Дорогие зрители, всем здравствуйте. 28 мая глава ведомства Михаил Черников объявил то, что ГИБДД возвращается старое название ГАИ. И нам стало интересно, что думают по этому поводу москвичи. Пойдемте узнаем. Спустя 25 лет ГИБДД снова поменяли обратно название на ГАИ. Как вы к этому относитесь? Ну, наверное, в принципе, нормально. Я не знаю, даже лучше или хуже. У нас все меняется. Я так считаю. А что стоит поменять или добавить вот именно в новые уже как бы ГАИ, ну, в саму структуру? Ну, понимаете, у меня в этом опыта никакого. Я не водитель и никогда им не был. Поэтому для меня сложно вопрос как бы курировать. Очень положительно. А чем положительно? Ну, ГИБДД неблагозвучное название. ГАИ как-то с детства привычно звучит. А что стоило бы, может быть, поменять уже с новым названием в самом ГАИ? Да я не знаю даже, что там еще менять. Там вроде и так сотрудников уже мало. Камеры все делают за них. Здесь. Равнодушно. А что стоит поменять, может быть? Не знаю, я пока про это вообще не думал. У меня свои просто проблемы, свои мысли, поэтому мне даже как-то не до этого, что поменять, что нужно сменить. Здравствуйте. Понял. Нейтралитет снимаю. Да никак не. Ты как было ГАИ, так оно и осталось ГАИ. Ну, для вас ничего не поменялось? Ничего не поменялось вообще. А что стоит, может быть, добавить, либо поменять уже вот в новом ГАИ? Я даже не знаю, что там может поменять. Если только саму структуру поменять, то меньше. Понял. Чтобы меньше было воровства. Я не знаю. Честно говорю. Без разницы, что так было. А что, может быть, стоит добавить или улучшить в ГАИ? В ГАИ? Я не знаю, как кто за вот светофорами смотрит вот за этим. Вот, им было. Разобрались. А то где пусто, а где стоишь часами.